Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами народов. Персидская притча называется «Тысяча динаров». Один житель Куфы, уезжая надолго из родного города, закопал под деревом в пустынном месте 1000 динаров. Когда же он вернулся, то увидел, что земля под деревом разрыта, корни выворочены, а золото, которое он спрятал, исчезло. Загоревал он и пошел к судье и рассказал ему о случившемся. «Ступай с миром», — сказал судья, — «приди ко мне через 3 дня, но смотри, никому ничего не рассказывай». Тот человек ушел, а судья вызвал городского лекаря. «Целителен ли корень того одинокого дерева, что растет в пустынном месте у нас за город?» «Да», — ответил лекарь. «А не пользовал ли ты кого-нибудь недавно тем корнем?» — спросил судья. «Пользовал», — ответил лекарь. «Месяц тому назад занедужил один человек болезнью, излечить которую можно только этим корнем. Я рассказал ему, где растет дерево, и он исцелился». Судья отпустил лекаря и вызвал к себе того исцелившегося. Тот пришел, и судья усадил его перед собой и прочел ему несколько подходящих случившимся стихов Корана и рассказал несколько соответствующих происшедшему преданий из жизни пророка. Так он размягчил сердце похитителя, и тот сам повинился совершенным и вернул 1000 динаров потерпевшим. Вот такая притча. Персидская притча, она называется «Тысяча динаров». Пока-пока, до свидания.